Здравствуйте, в эфире еженедельные новости Смоленской АЭС. В студии Виталий Волков. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Ростехнадзор проверил комплекс гидротехнических сооружений. Награждение победителей конкурса «Найди неработающий документ». День атомных городов. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе 35 энергоблоков, в ремонте 3 энергоблока. Фактическая мощность на утро 28 788 мегаватт. Выработка составляет 102,54% план заданию ФАС. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. 3 энергоблока в работе, суммарная нагрузка 3169 мегаватт-часов. Существенных замечаний по работающим блокам нет. За 29 дней ноября энергоблоками Смоленской АЭС выработано более 2,1 миллиардов киловатт-часов. Сверх плана 86 миллионов. С начала года выработка составила 20,5 миллиардов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 385 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Безопасность гидротехнических сооружений Смоленской АЭС обеспечена в соответствии с требованиями законодательства. Такой вывод сделали специалисты Межрегионального территориального управления Ростехнадзора по итогам проверки, проходившей на атомной станции 25-26 ноября в рамках постоянного государственного надзора. Члены комиссии провели осмотр гидротехнических сооружений, ознакомились с нормативно-технической документацией, проверили выполнение мероприятий, направленных на повышение безопасности эксплуатации ГТС. По результатам проверки нарушений законодательства в области эксплуатации гидротехнических сооружений не выявлено. Смоленская АЭС в очередной раз показала, что может безопасно эксплуатировать гидротехнические сооружения Смоленской АЭС. На Смоленской АЭС завершился конкурс «Найди неработающий документ». Комиссия под руководством главного инженера Алексея Лещенко подвела итоги. 23 ноября победителей наградили дипломами и памятными подарками. Конкурс «Найди неработающий документ» впервые организовала у себя Белоярская станция. Позже он был признан положительной практикой и включен в дивизиональный план поддержания и развития культуры безопасности. Условиями конкурса предлагалось выявить документы, которые пора изъять из оборота, или исправить в них логические неточности, устранить противоречия с локальными нормативными актами. По мнению жюри, наиболее системно к творческо-практической задаче подошла ведущий инженер управления закупок Елена Фоминская. Ей присуждено первое место. Проведя анализ нашей документации, мы поняли, что у нас два документа, которые дублируют друг друга. Мы пошли по пути переиздания основного документа и планируем, он сейчас в процессе переиздания находится, и планируем включить в него всю необходимую информацию, а дублирующий документ аннулировать. Серебряным призером стал инженер отдела охраны труда Вадим Буравлев. Третье место у инженера цеха тепловой автоматики и измерений Елены Мамаевой и ведущего инженера-технолога Юлии Кулешовой. По роду своей деятельности мне приходится работать не только со своей документацией, но и с документацией других подразделений АЭС. И достаточно часто я обращаю внимание на то, что инструкции, описывающие один и тот же процесс, к примеру, не совпадают между собой по каким-то показателям. Мне кажется, что для безопасной работы нашей станции важно, чтобы документация имела однородную направленность. Победители считают, что конкурс нужно продолжать, вовлекать больше персонала. По мнению Юлии Кулешовой, это хороший инструмент для совершенствования текущей деятельности и качества рабочих процедур. Чем понятнее и актуальнее документы, тем проще и точнее их исполнение. К тому же такие проекты объединяют, а от поддержки коллег во многом зависит личный успех. День атомных городов в онлайн-режиме объединил 21 команду эрудитов из разных уголков страны. Они соревновались в интеллектуальных турнирах «Атомная разминка» и «Атомные знатоки». Ясногорск представляла команда «Тритысячных» Смоленской АЭС.
которую усилил глава муниципалитета Андрей Шубин. День атомных городов – одно из событий конкурса социальных проектов «Росатом вместе». Его цель – формирование единой среды для общения работников отрасли и жителей городов, их вовлечение в ключевые направления деятельности госкорпорации. Встречу открыл директор департамента по взаимодействию с регионами «Росатома» Андрей Полосин, который пожелал командам успехов, а сильнейшим, умнейшим, самым творческим, знающим, сплоченным и дружным – победы. В атомной разминке десногорцы состязались снова воронежцами. Команды задавали вопросы друг другу. Минута на обдумывание. В атомных знатоках вопросы звучали от организаторов. Поединки проходили в несколько раундов, среди них «Правда или ложь», где нужно было подтвердить или опровергнуть какое-либо утверждение. В музыкальном батле угадывали популярную группу и исполнителя. В конкурсе «За кулисами» – известную личность. Конечно, большая часть вопросов была посвящена истории и развитию атомной промышленности. Поучаствовав в поединках, можно было почерпнуть много интересных фактов. Классное мероприятие. Лично мне все понравилось. Ну, а атмосферу, которая царила в зале, соответственно, на экране, вы видели сами. Все были воодушевлены горячим взглядом и, соответственно, желание победить. По словам игрока трехтысячных, в формате онлайн команда играла впервые и, несмотря на отсутствие тренировок, смогла собраться и мобилизоваться. Слаженная командная работа, потому что от вопроса требовали все от знаний в разных областях и, соответственно, разных компетенций. А поскольку команда у нас сбалансированная, каждый обладает определенным своим набором знаний, то есть командная работа, я считаю, даст высокий результат. Итоги турниров будут опубликованы в социальных сетях информационного альянса «Атомные города», на официальном сайте «Росатом вместе» и YouTube-канале конкурса. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь, увидимся через неделю. Хороших вам новостей, до свидания.